страшная блуза. Она каждый день. Она большого размера. На меня она подойдет. Но вот манжеты здесь для меня тесноваты. Я чувствую себя в ней некомфортно. И я бы хотела, чтобы ее длина была чуть-чуть больше. Сейчас я ее переделаю. Чтобы блуза с парой черных погонов не выглядела совсем скучной, я добавлю к ней пару декоративных карманов из остатков того же черного трикотажа. Верхние края карманов уже готовы. Карман побольше, ширина 17 см, карман поменьше, ширина 12 см. Расчерчиваю 2 квадрата плюс 1 сантиметр на подгиб по длине и 2 сантиметра на подгибы по ширине. Вырезаю детали. Я срезала нижние уголки, чтобы подгиб в углах не получился толстым. Сметываю подгиб. Хотите узнать, как легко делать тесные вещи свободными? Подписывайтесь на канал, и я поделюсь с вами своими идеями. Под переднюю часть блузы подкладываю книгу. Маленький верхний карман прикалываю булавками. И приметываю для надежности, чтобы не сдвинулась под лапкой машины. Перекладываю книгу. Прикалываю, приметываю нижний карман. Внешний край отрезка для плечевой вставки я загнула один раз на лицо, на ширину манжеты блузы, и пристрочила, сделала фальш-манжет. Этот кусочек работы у меня почему-то не записался. Подрезаю неровный противоположный край. Подворачиваю его тоже на лицо два раза, имитирую окантовку горловины косой бейкой. Пристрачиваю. Складываю деталь пополам и разрезаю надвое. Выворачиваю блузу наизнанку. Прикалываю обе плечевые детали лицом к лицу. Плечевые кромки кажутся немного длиннее, потому что это поперечный срез. Трикотаж мягкий и легко растягивается.
В готовом изделии детали подойдут друг другу идеально. Пристрачиваю, подрезаю уголки швов, чтобы не торчали из-под горловины. Отглаживаю новые плечевые швы. Все, новая блуза готова. Примеряю. Получилась увеличенная на пару размеров простая летняя блузка на каждый день. Ее также можно одевать и в прохладную погоду под пиджак или кофту. Если вам понравился мой метод быстрого и легкого увеличения маловатых изделий, нажмите на три кнопочки – лайк, подписаться, колокольчик. Тогда вы не пропустите ни одной моей практической идеи по превращению одежды из маленькой в большую. Пишите ваши комментарии, конструктивную критику этой работы. До встречи! Thank you.